столице продолжаются отчеты окружной администрации города Якутска перед населением по итогам работы за 2016 год. Сегодня представители мэрии провели встречи с населением в строительном округе и селе Маган. Озвучено, что в рамках подготовки к спортивным играм «Дети Азии» реконструировали 15 километров столичных улиц. Также прошлый год не только продолжил уже ставшие традиционными народные проекты «Личный пример», «Народный бюджет», но и приумножил их новыми акциями, например, «Миллион цветов». Кроме того, в столице ведется активная стройка. У нас уже строится вторая ГРЭС, которая также относится к строительному округу. Значит, в 2016 году у нас снесено 33 дома. Это львиная доля практически. Если 120 домов по всему городу, то только 33 дома по строительному округу. Вот. Будет идти строительство.